Накануне Дня защиты детей в совхозе имени Ленина состоялся традиционный фестиваль «Звездный сад». Для жителей и гостей поселения «Звездный сад» – это настоящий праздник добра, заботы и поддержки. Уже 8 лет во Дворце культуры поселка совхоза имени Ленина проходит благотворительный концерт, на который съезжаются дети с ограниченными возможностями здоровья из разных городов Московской области. Детки из полных семей, детки из детских домов, детки из школ-интернатов. На сцене тоже выступают совершенно разные дети. На самом деле, самая большая цель этого мероприятия – показать всем, что у нас у всех равные возможности, равные силы. Ну и, соответственно, просто дать детям радость. Видновчанка Ольга Варламова уже не в первый раз на этом фестивале. Она сама человек творческий и на днях принимала участие в пара-артиаде в городе Озеры. Это был конкурс, талантов, можно так сказать, между районными городами. Вот. И там многие выступали в различных категориях. Ольга выступала в категории «Танцы на колясках» и заняла 3-е место. За 8 лет у фестиваля «Звездный сад» уже появилась своя история. Из года в год певец Максим Панов выступал перед зрителями со сцены, а в этот раз был приглашен в качестве почетного гостя. Этот концерт уже проводится не первый год, и всегда у меня вызывает теплоту, и очень приятно то, что люди, у которых есть ограниченные возможности здоровья, могут себя показать, и «Звездный сад» в дальнейшем может сыграть все-таки какую-то роль в продвижении этого артиста. Детские творческие коллективы не оставили равнодушными никого в зале. Помимо зажигательных выступлений были и трогательные номера от хора православного детского дома «Покров». А во время интерактивной игры на местах не смог усидеть никто. Ни дети, ни взрослые. На выходе из зала детям подарили сладкие сувениры и воздушные шары. А традиционным завершением фестиваля стала совместная посадка новых молодых саженцев в парке совхоза. В этот раз высадили лапчатку и можжевельник. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.